Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Ведущая «Орла и решки» Юлия Коваль вспомнила о печальном инциденте из своего прошлого и предостерегла других женщин. Знаменитость стала гостьей YouTube-шоу «Бабские истории», где и рассказала о своем опыте абьюзивных отношений. Женщина вспомнила случай из юности. Много лет назад Юлия Коваль отправилась со своим молодым человеком во Владивосток на праздник, но поездка оказалась ужасной. В городе отмечали местный праздник, День Тигра. Пара пошла по такому случаю в бар и прилично выпила. После этого бойфренд Юлии удалился, надолго оставив ее одну. Молодой человек не отвечал на звонки, а когда наконец явился, сообщил, что просто сидел и думал. В результате возникла потасовка. Пришедшая в ярость Коваль первая ударила своего спутника. После нескольких пощечин избранник дал сдачи. При этом на пальце у него было кольцо, которое пополам разорвало девушке губу. Очнулась будущая звезда в луже крови. Девушка отказалась зашивать губу, боясь навсегда остаться с кривой улыбкой. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.